В этом видео вы не узнаете, когда будет новая спецоперация, зато узнаете, что в небольшом патче подъехала и еще и подъехал новый мини-марафон. Ну а если серьезно, они там выкатили уже красивый такой тизер, даже целый тизер по поводу этой спецоперации, новой главы. Посмотрите на официальном канале обязательно, что нам предстоит. Опять же, сроков пока они так и не написали, когда наконец-таки старт. Но если есть тизер, я надеюсь, что в этом месяце хотя бы все-таки мы в эту спецоперацию ворвемся. Что нам предстоит в следующей спецоперации делать? Я так понял, она будет по времени прохождения тоже довольно-таки объемной. Мы доберемся до порт Хьюстона, города, занятого компанией Clyburn Industries. И нам предстоит угнать корабль, чтобы сбежать из оккупированных корпораций США земель. Все это будет происходить в городе, я так понял, большую часть времени мы будем именно пробираться по узким таким улицам. Даже картинок накидали довольно-таки много. Выглядит довольно симпатично. Единственный вопрос, конечно, узкие улицы, город равно смерть какой-то картонной техники. Ну и, в общем-то, они пишут, что желательно это делать на какой-то крепкой технике. А вот что делать тем, кто захочет покатать на картоне, это большой вопрос. Но посмотрим, когда спецоперация появится. Более того, я надеюсь, что все-таки есть предпосылки, скажем так, что все-таки мы сможем попасть в эту главу, минуя первую главу. Но это уже узнаем только, когда выйдет сама спецоперация. По крайней мере, я за это буду максимально топить, чтобы не было вот этого вот сначала пройди первую, и только потом ты попадешь на вторую. Уже эту первую главу все заездили, мне кажется, до дыр. Теперь небольшой патч, он особо там, можно сказать, не номерной даже. Там просто поисправляли какие-то небольшие косяки в модели машин из БП. Плюсом две элитные миссии разрушения и смерть врагу теперь имеют правильные условия для выполнения, что бы это ни значило. Я как раз к элитке собираюсь перейти. Ну и там всякие эти иконки бобсов, которые пропали, там Т-90М. У Абрамса X все это поисправляли. По сути, только какие-то исправления косяков, ну и контент для будущих мероприятий. Зато завезли вылеты из игры. Если вы с этим столкнулись, то, в общем, вам нужно один дистрибутив скачать или обновить под видео в описании, чтобы вы не заморачивались. Я прикрепил ссылку. Просто скачивайте, обновляйте, устанавливайте его, и, по идее, все должно быть нормально. Ну и теперь давайте посмотрим, что за мини-марафон у нас тут стартанул. Пустынный ветер называется, и он будет до, собственно, 1 сентября, то есть на счетчике 31 день, а заданий здесь 25, за которые вы будете получать награды. Тема «Ближний Восток и Северная Африка как вечное поле битвы между силами Запада и Востока». В процессе прохождения вас ждут эпические камуфляжи, декали и монеты. Мрачные монеты. Ну, на самом деле, в общем, это самые обычные монеты, которые можно использовать и в этом БП. За каждый этап будете получать награды. Раз в сутки, соответственно, можно выполнить только один этап. Нельзя их там сразу несколько выполнить. Ну и давайте смотреть награды. Поехали. Что у нас сразу? Сразу нас встречает камуфляж. Монеты. Здесь будет много, я так понял, монет. 250 монет. Еще один камуфляж. Еще 250 монет. Кстати, это тот самый буст монет, про который разработчики говорили еще до того, как стартанул БП, что монет будет больше. Так вот, подтверждают свои слова. Еще один камуфляж. 500 монет. Кстати, уже буквально на шестой день 500 монет. Помнится, был как-то какой-то такой мини-марафон, где 500 монет там можно было получить там спустя дней 20, что-то такое. Далее, награда декаль, еще 500 монет, платиновые контейнеры 5 штук, 1000 монет, фига себе, флаг, еще 1000 монет, награда декаль, еще 1000 монет, награда камуфляж, 1500 монет. Хрена себе, вот это они расщедрились. Награда флаг. Еще 1500 монет. Надо будет прям посчитать, сколько тут всего монет. Еще один камуфляж. Еще полторашка. Декаль. 3000 монет. Серьезно? Я сейчас смотрю вниз и вообще я в шоке. Декаль. 24-й день 3000 монет. И 25-й день 5000 монет. Тупо уровень БП просто за то, чтобы зайти и сделать фраг. Ну или 5 фрагов в ПВЕ.
Это сейчас я быстро посчитаю, сколько всего монет. 20 тысяч монет, пройдя мини-марафончик в течение 25, ну точнее, он будет длиться 31 день, 20, то есть вы смело можете, как минимум получается, да, как минимум раз в неделю вообще не заходить в игру, и вы все равно все этапы заберете. Вот это мне нравится, потому что даже я иногда люблю отключаться от игры, отключаться от компьютера и просто-напросто не подходить, так что даже у меня будет такая возможность. В общем, марафончик полетел. Вот такие новости. Не забывайте прожимать лайки и увидимся в следующих видео.